Сегодня 2 июля 2024 года, Черкасская область. Начало созревания абрикоса Big Red. Французской селекции, ранний сорт, такой шаровидный, плоды шаровидной формы. Румянец на 40-50% поверхности. Вот такой яркий румянец, транспортабельный. Сейчас раскроем плод, покажем. Косточка такая небольшая относительно плода. Мякоть оранжево-желтая, довольно плотная, сочная, ароматная, отличного или превосходного вкуса. Как для раннего сорта, это прекрасный рыночный сорт. При большой загрузке плоды, конечно, будут немного мельчать. А так достаточно высокий калибр этих плодов, до 100 грамм. Завязываются группами, гроздями. Хорошая окраска, высокая товарность. Хотя были заморозки, но этот сорт принес их достойно. Вот такая загрузка. Big Red. Среди ранней группы сортов один из лучших.